Отель «Риксос Президент Астана» был построен в 2005 году, открытие было в июле. Гостиница построена известным турецким бизнесменом Фетахом Таминже, одним из влиятельных людей Турции. За все эти годы приветствовали многих глав делегаций с разных стран, начиная с Франции, Англии, Королевства Бахрейна, Саудовской Аравии и так далее. Одним из больших мероприятий, которые мы проводили в прошлом году, был экономический форум, а также Шанхайская организация.